Всем привет! Сегодня хотела бы снять немножко необычное видео для своего канала. Я бы хотела вам рассказать стихотворение киргизского поэта. Это одно из моих самых любимых произведений. «Сердце матери». Написал его Алта Камбаев. В комнате звучит надрывный кашель. Маленькая женщина слегла. Много лет в квартире нашей. Одиноко в комнате жила. Письма приходили, только редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала. Детки, вам ко мне приехать, хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать? Старость подошла. Но как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели в праздник до зари. А теперь разъехались, уплыли, разлетелись. Вот и собери. Заболела мать. И той же ночью телеграф не уставал писать. Дети, срочно! Дети, очень срочно! Приезжайте. Заболела мать. Из Одессы, Киева и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались. Но очень жалко. В постели, а не у стола. Они гладили морщинистую руку, мягкую серебряную прядь. Но почему же дали вы разлуки между вами так надолго встать? Мать ждала вас в дождь и снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Неужели горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Спасибо.